Так, сегодня мы с вами поговорим о внезапной смерти и базовой сердечной реанимации, БЛС. Что такое внезапная смерть? Это прекращение сердечной деятельности, наступающее внезапно или в течение одного часа после возникновения острых симптомов ухудшения самочувствия у лиц, которые находились до этого в стабильном состоянии, да, и при отсутствии признаков конкретного заболевания или других причин. Ну, прежде всего, речь идет о насильственной смерти или травме. Итак, по классификации внезапная смерть может быть разделена на кардиогенную, да, и некардиогенную. Более 90% случаев – это все-таки кардиальные причины. Из них первая – фибрилляция желудочков, далее – желудочковая тахикардия без пульса, электромеханическая диссоциация и асистолия. Это четыре основные причины внезапной кардиальной смерти. Значит, кроме того, мы делим их на шоковые и нешоковые. Шоковые, то есть в лечении которых используется дефибрилляция, да, и нешоковые. Итак, шоковые – это фибрилляция желудочков, а также желудочковая тахикардия без пульса. Вы видите вот на слайдах графику. Нешоковые – это асистолия и электромеханическая диссоциация. Ну, по-другому ее называют еще электрическая активность сердца без пульса. Так, что такое BLS – Basic Life Support? Это определение признаков угрожающего состояния и проведение неотложной сердечно-легочной реанимации до прихода специализированной медицинской помощи. С чего начинаем? Прежде всего, БЛС начинается с проверки безопасности. То есть мы должны оценить окружающую обстановку с точки зрения личной безопасности. То есть нам ничего не угрожает. После этого мы проверяем состояние пациента. Прежде всего, уровень его сознания. Для этого нужно громко его окликнуть, похлопать за плечи с обеих сторон и спросить, что с вами? Откройте глаза. После этого определяем наличие кровообращения. Оно проводится одновременно с проверкой дыхания. На это мы должны затратить не более чем 10 секунд. Итак, проверяем пульс на сонной артерии с обеих сторон. Для этого подушечками второго и третьего пальцев смещаемся от щитовидного хряща к внутреннему краю грудинно-ключичной сосцевидной мышцы. И в течение 3-4 секунд определяем, есть пульсация или нет. Проверка дыхания проводится следующим образом. Мы свое ухо максимально подносим к его носу и рту, да, и по принципу вижу, слушаю, чувствую. Слушаем, есть дыхание или нет, смотрим, поднимается грудная клетка или нет, а также ощущаем дыхание на своей щеке. То есть, в принципе, еще раз, вижу, слышу, чувствую. Дополнительно можно проверить еще зрачки, а также цвет кожных покровов. После этого очень важный момент – это мы должны адресно попросить помощь, то есть вызов помощи. Для этого нужно конкретно указать на определенного человека в толпе и попросить его позвонить по телефону 103, то есть вызвать бригаду скорой помощи. При этом желательно сказать, что такой-то, скажем, мужчина средних лет находится без сознания и не дышит. Или же попросить противошоковую кладку или дефибриллятор АНД, автоматически наружные дефибрилляторы, если мы знаем, что таково есть где-то поблизости. После этого необходимо подготовить пострадавшего к сердечно-легочной реанимации. Для этого нужно уложить его спиной на твердую ровную поверхность. Освободить грудную клетку от стесняющей одежды, поднять ноги под углом 30 градусов и занять правильную позицию. Ну, чаще всего это справа, на коленях, по отношению к пострадавшему. Вот показана вам правильная позиция для проведения компрессии грудной клетки. Обращаю внимание, руки в локтях мы не сгибаем, спина прямая.
После этого мы начинаем всего с компрессии грудной клетки, то есть Си. Для этого нужно очень важно установить руки на грудной клетке. Основание ладони на нижней третьей грудной клетки или на два поперечных пальца выше мечевидного отростка грудины. У мужчин пересечение сосковой линии с грудиной. После этого мы начинаем проводить компрессии грудной клетки. Параметры. Скорость не менее чем 100 минут и не более чем 120. Глубина не менее 5 до 6 сантиметров. При этом ладони не отрываем от груди и максимальные минимальные перерывы между компрессиями. При этом мы должны дать грудной клетке выпрямиться. Руки в локтях держим прямо и проводим маятникообразные движения туловищем при надавливании на грудную клетку. То есть используя не только силу рук, но и силу спины, мышц спины, шеи и так далее. Используем ладонь, основание ладони, прикладываем ее на границу нижней и средней трети грудины. Компрессия и декомпрессия. После этого A это airway open, то есть мы должны обеспечить проходимость дыхательных путей. Для этого открываем рот, очищаем ротовую полость, если есть рвотная масса, кровь, слизь, это очень важно. И при необходимости убираем съемные протезы. После этого мы проводим тройной прием сафара, чтобы для открытия дыхательных путей. Раз, запрокидывание головы назад. Два, выдвижение нижней челюсти вперед и вверх. И три, это открывание рта. Поэтому называется тройной прием сафара. Что он дает? Он обеспечивает свободную проходимость дыхательных путей. На данном слайде вы видите, когда голова, шея находится в обычном состоянии, то есть голова не разогнута, обращая внимание, корень языка закрывает дыхательные пути. Когда мы проводим разгибание головы, обратите внимание, корень языка поднимается вверх, и дыхательные пути открываются. Вот почему очень важно проводить тройной прием сафара перед проведением дыхания. Пи, брисинг. Дыхание рот в рот. Обязательно нужно использовать защитные средства, например, марлю, маску, носовой платок. Значит, запрокидываем голову, закрываем нос, приоткрываем рот и производим выдох в его дыхательные пути. И после этого обращаем внимание на грудную клетку. Грудная клетка опускается, мы сделаем второй вдох. То есть два вдоха. При этом количество выдувания в минуту не должно превышать 8-10 в одну минуту. После этого мы продолжаем базовую сердечно-легочную реанимацию. Подход 30/2 – это есть один цикл реанимации. Повторяем его 5 раз, это будет один период реанимации. Это примерно 2 минуты работы. 30/2. После этого мы проводим стоп-анализ. То есть проверяем эффективность проведенной сердечно-легочной реанимации. Она проверяется по наличию или отсутствию пульса на сонной артерии. Кроме того, БЛС, то есть базовая реанимация, может быть проведена с использованием АНД, то есть автоматического наружного дефибриллятора. Ну, подобный дефибриллятор мы видели в Казахстане, в частности, в аэропорту города Алматы. На слайде вы видите, что подобные АНД есть и у нас тоже. На английском они обозначаются аббревиатура AED, то есть Automatic External Defibrillator. Там все очень просто. Мы открываем крышку, и он начинает подавать нам голосовые команды. Мы их должны обязательно выполнять. То есть, прежде всего, это наклеить электроды на обнаженную грудную клетку, их два.
то есть под правую ключицу и в область верхушки сердца, ну, обычно немножко смещаем его влево, то есть примерно в среднюю подмышечную область под верхушкой сердца. После этого он проводит анализ. АНД настроен только лишь на шоковый ритм, то есть фибрилляцию желудочков или желудочков тахикардию. Если он их распознает, он дает команду провести дефибрилляцию. При этом никто не должен прикасаться к пострадавшему, да? Мы нажимаем красную кнопку «Шок». После разряда подается команда продолжить базовую сердечно-легочную реанимацию, то есть опять 30 компрессий, 2 дыхания. Если пульс не появился, мы проводим базовую сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой помощи или до 30 минут, после которого мы имеем уже право констатировать биологическую смерть. Если пульс появился или дыхание, да, то мы переводим пострадавшего в устойчивое боковое положение. Допустим, если мы находимся справа, то правую руку на себя, потом сгибаем левую ногу в колени, левую руку заводим под правую щеку и производим поворот к себе, то есть вправо. И пациент оказывается в устойчивом боковом положении на правом боку. После этого, при восстановлении кровообращения, мы определяем дальнейший маршрут пациента. То есть это может быть кардиохирургическая клиника, реанимация, и обязательно мы должны уведомить клинику о доставке пациента с остановкой сердца и успешной реанимации. Я хочу продемонстрировать вам базовую сердечно-легочную реанимацию. Личная безопасность. После этого проверяю сознание. Для этого присаживаюсь справа по отношению к пострадавшему и хлопаю за плечи одновременно с двух сторон. Задаю пару вопросов типа: «С вами все в порядке? Откройте глаза». Если он не открыл глаза, не заговорил, не шелохнулся, делаю первый вывод без сознания. Следующее, второе, проверяю кровообращение. Кровообращение проверяется по наличию или отсутствию пульса на сонной артерии. Для этого поворачиваю слегка голову от себя, нахожу щитовидную хрящ и от щитовидного хряща спускаюсь к внутренней поверхности мускулус стерно-клейдомастоидоус, то есть грудино-ключично-сосцевидной мышцы. И подушечками второго и третьего пальца в течение 4 секунд определяю отсутствие или наличие пульса. Пульса нет. Основа кровообращения. И третье, проверяю дыхание. Для этого провожу максимальное разгибание головы, ухо близко к дыхательным путям пострадавшего, взглядом оцениваю грудную клетку и считаю до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принцип вижу, слышу, чувствую. Грудная клетка не поднималась, ухом не слышал, щекой не ощущал дыхательную волну. Обращаюсь за помощью. Мужчина в красной футболке, вызовите скорую помощь. Мужчина средних лет, без сознания. Я приступаю к базовой сердечно-легочной реанимации. Для этого пострадавшего укладываю на твердую ровную поверхность, освобождаю грудную клетку, стесняющую одежды, приподнимаю ноги под углом 30 градусов. И сердечно-легочную реанимацию начинаю с компрессии грудной клетки. Для этого нахожу точку на грудине. Мечевидный отросток, два поперечных пальца вверх и нахожу точку на грудине. В эту точку устанавливаю основание ладони, тенор-хипотенор, положение замок. Условия проведения компрессии. Руки в локтях не сгибаю, руки по отношению к грудине 90 градусов, глубина надавливания от 5 до 6 сантиметров, скорость 100-120. При этом считаю вслух до 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. После этого я проверяю проходимость дыхательных путей. Открываю рот. Если в ротовой полости рвотной массы кровь, слизь, я поворачиваю голову на бок. На палец намотал салфетку и быстро очищаю ротоглотку. Исходное положение.
После этого я выполняю тройной прием сафара. Максимальное разгибание головы, закрывая нос, приоткрывая рот и нижнюю челюсть вперед и вверх. И провожу два дыхательных движения. Но перед этим обязательно использую при проведении искусственной вентиляции легких защитную маску. Итак, разгибание, закрывая нос, приоткрывая рот, челюсть вперед и вверх. И два вдоха. Вдох 1 секунда, выдох 2 секунды. Я провел один цикл реанимации. Повторяю это 5 раз, будет один период реанимации, после которого я проверяю эффективность реанимационных мероприятий. То есть, опять наличие или отсутствие пульса на сонной артерии. Если пульса нет, провожу следующий период. Если пульс появился, перевожу пострадавшего в безопасное боковое положение. Для этого правую руку пострадавшего вытягиваю на себя, левую руку завожу за правую щеку, сгибаю левую ногу в колени и поворачиваю его к себе, на себя. Это есть безопасное боковое положение. И после стабилизации состояния пациента госпитализирую в стационар.